Приветствую зрителей своего канала. Сегодня я хочу приготовить к Пасхе кулич. Надоели мне покупные куличи, захотелось свой. Для кулича нам понадобится 2 отборных яйца, щепотка соли и 100 грамм сахара. Взбиваем. В эту смесь добавляю творог. У меня вот такой творог простоквашино 9%. Здесь как раз упаковка 200 грамм. Нам 200 грамм для рецепта и потребуется. Чтобы получить однородную массу, я взобью это все блендером. Добавляю к этой смеси сметану 50 грамм, масло 50 грамм растопленное, сразу добавляю сюда цедру одного лимона, добавляю сюда разрыхлитель 1 чайную ложку сверху, добавляю муку пшеничную 200 граммов. Это перемешиваю. Так, зря я взяла, конечно, венчик. Не повторяйте моих ошибок. Перемешать можно было ложкой. Тесто получается довольно-таки густое. Пахнет уже ароматно, я вам скажу. Хотя еще мы ничего не пекли. Добавляю в это тесто 50 грамм уже помытого изюма. Перемешиваю. И я думаю, что у меня получится 2 куличика. Сейчас посмотрим. У меня я покупала формы бумажные специальные для выпечки. Сейчас посмотрим, насколько получилось тесто у нас.
Формы у меня вот такие вот. Но обычно, когда выпекают куличи, заполняют форму на 2/3. Возможно, получится один. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вы выпекаете сами кулич или берете готовый? Сегодня была в магазине, и куличи уже очень много в продаже. Но до Пасхи ведь еще так много дней. Сегодня еще только среда. Я не люблю куличи черствые кушать. А готовят их, естественно, заранее. У нас куличи продавали уже на той неделе. Да, получился один, и это хорошо, потому что мне одной это будет даже много. Так, сейчас я немножко разровняю и поставлю в духовку на выпекание. Поставила в духовку кулич на 180 градусов, примерно на 60-70 минут. Следить за готовностью с помощью зубочистки. У меня ушло примерно 70 минут. Получился очень вкусный, нежный, не сухой. Вот такой вот внешний вид у него. Покупала глазурь и посыпку. Всем приятного аппетита и всех с великим праздником Пасхой!